Теперь, что касается уничтожения учебного центра, где было место сборища вот этих наемников. У нас привыкли называть наемников коротко, наемники, но на самом деле это наемные убийцы. Это убийцы, которые приезжают сюда, приехали на Украину, чтобы убивать. Им все равно, кого убивать. Они убивают за деньги. Они приехали сюда как на работу. Деньги они получают от украинского правительства, деньги получают от различных фондов некоммерческих, которые идут перечисления, кредиты, которые поступают с ЕС и поступают из Америки. И они воюют только чисто за деньги, не за идею, не за какие-либо светлые лозунги, которые они все время провозглашают. Поэтому вот то, что Россия нанесла упреждающий удар, я хочу сказать, что наш генштаб, наша армия воюет очень, по-джентльменски, порядочно. Они сначала предупреждали не один день о том, что наемники, которые приехали на территорию Украины убивать как мирное население, так и российских солдат-офицеров, они не подпадают ни под какие законы, ни украинские, ни российские, ни международные. И они будут подлежать уничтожению в первую очередь.